Всем привет, друзья! Вы на канале Сельчанка в Америке. Сегодня у нас понедельник. Едем мы к стоматологу на чистку зубов. Клиника от нас где-то минут 45 нам ехать. Хочу немножко показать дороги здесь. Очень красиво, с левой стороны озера Мичиган, и на нем, возле него много гостиниц. Очень хороших, таких красивых. Но я еду по этой стороне, и их не, как бы не очень хорошо видно. Это если буду ехать обратно назад, то будет лучше. Уже у нас осень сегодня, уже так солнышка нету, вот немножко озеро видно, это с другой стороны. Зимой оно замерзает. И когда зимой сюда ехать, то здесь на дороге тоже, ну, очень опасно, потому что из озера ветер дует, и вьюга такая, и снег, и переметает, и, ну, скользко здесь. Хотя и чистят каждый день, и не только один раз на день, и посыпают, и солью, и песком, но все равно опасно. У нас есть Medicaid, нам бесплатно, мы не оплачиваем. У нас есть страховка медицинская такая, только, наверное, вроде бы $10 в месяц мы платим, или как, что-то такое. Потому что каждый месяц я не плачу, а я плачу в конце года. За целый год, за целую семью, то там что-то $300 или 350, что-то. Ну, точно не могу сказать, потому что не помню. На чистку зубов каждые полгода, каждые 6 месяцев мы ездим. Уже немножко деревья у нас пожелтели. Так, нам на 3 часа, а сейчас только 2:30. Рано мы приехали. Ничего, сейчас. Оп. Ты сюда хотел или нет? Нет. Сейчас заедем мы. У нас еще есть 30 минут. Здесь клиника, это рядышком, то я заеду. Вот есть у нас такой здесь Goodwill. И похожу, поснимаю вам second hand. Вот такой маленький, такой небольшой. Пройдемся по нему, посмотрим. Походим 20 минут. Смотрим. У нас здесь, в нашем
ну, не штате, а в городе, у нас нет таких, как бы, многие мне пишут и спрашивают. Есть такие в других штатах, свалки называются. Они там покупают секонд-хенд на вес. Я тоже там смотрю по Ютубе. Есть наши девушки, женщины. И они там покупают. Они вывозят на таких синих больших телегах, или как назвать. И там и новое бывает. И все такое. Можно классные вещи найти, дорогие. То у нас такого нету. Ни одного магазина у нас нету такого. Я не знаю почему. Может быть, что у нас небольшой такой городок. А там, может быть, большие города и много этого такого секонд-хенда. То у нас нет. У нас на каждую вещь вот стоит цена. Вот один стульчик. $13. А если ты берешь 4 сразу, то будет $40. Это как бы выйдет по $10 один. Ну, скидка будет по $3 на одно. То такое бывает. А чтобы так купить на килограммы, там даже посуду они покупают новую, классная бывает, фирменная. То у нас нет так в Мичигане. Ой, ну не в Мичигане, а в нашем городе. Это что-то такая печечка, даже не знаю. Гарлик, чеснок, как бы. А что делать им? И в резетку оно вставляется. Какие-то так вот делать или что? Ну что-то такое. О, вот этой штучки у меня нету. Это трубочки. Такие вафельные делать. Ну, сейчас я открою, посмотрю. Новая она стоит $50-60, где-то так. Вот какая она. Ну, не знаю, покупать или... Вот такая старенькая уже, как бы, фирма. То не знаю. Пока не взяла. Миксер вот есть за $7. У меня нету маленького миксера. Поломался. И толчонку я делаю дома миксером. Вы знаете, этот неплохой, наверное, я его возьму. Да, миксер тот возьму. Еще сейчас пойду проверю его, на работает ли он в резетку. Это что-то открыто здесь. Какие-то игры. А вот хлебопечки тоже. $7. Такая хлебопечка. Ну, чистенькая, смотрите, какая хорошая. Это еще одна такая. Это $5. Это всякие вот такой $4 красивый, да? Но как бы он не нужен. Вот такие тарелочки. Здесь детские игрушки. Вот такая игрушка красивая, да? Ш-
что-то. Я думаю, это может быть заряды кончились. Или вообще их здесь может быть нету. Да, нету зарядов. Вставить и все. И это маленькому ребеночку, как будет учиться ходить, вот такая. $5 это такое. И вот смотрите, сколько всего. Вот такой робот $3. Это для мальчиков, любителей. А вот машиночки за $4. Вот это такой пакет. Мне нужно фуры. Если буду видеть, потому что купила вот то. И там мне всем достает их. Вот такая машина это. Перевозить машины вот здесь. Видите, там открывается. Туда вставлять эти маленькие машинки. $3. О, вот здесь. Но здесь должна быть еще спереди дверка. Ее нету. Такие цветы. Ой, это что такое за коровка маленькая? Это овен, овечка. Красивая. Тоже можно вазончик маленький. И какие вот красивые. Смотрите, декоративные такие две вазочки. Одна 6 и другая 6, да? Где-то так поставить. Красивые. Но я не буду их покупать, у меня дом небольшой, негде ставить их. Так что красивые эти. А вот есть. Постель даже продается бэушная. Видите, люди привозят. И вот покрывало. Так. А, нет, это шторы. Это, а, нет, это юбка на кровать такая идет. С лошадьми. А это может быть, да, это на карниз цеплять. Это сумочки здесь. Вот такой ланчбакс детям в школу. Это вот вывезли телегу и будут раскладывать. Вот такие сапожки. $10. Натуральные аг. Ну, они уже как бы, они же старенькие. Это такие тоже $10 на зиму. Какие это там туфли, босоножки, все такое. Ой, какие эти красивые. Классная фирма Calvin Klein. Но маленький размерчик очень. Вот так туфлики красивые. Вот эти красивые. Эти красивые. Все, что блестит, для меня красиво. $6 такие. Сюда зайду. Здесь продаются такие термозы, бутылки для детей. Вот такие, ну, это все бэушные.
Ой, какая маленькая кастрюлечка, $4. Вот соль, перец $3. Ну, $3 каждая. А здесь что у нас? Не знаю. Это в машинку ту, что мужскую, что стричься. А это такие капкейки. Ого, большие. Смотрите, силиконовые. А ну, посмотрим. Ага, можно вот такое выпекать будет. И вот такое. Да, неплохо. Это тоже что-то делать, печенье. Это терка. Это вот такое можно на кухню цеплять, видите, как бы это чашка, это чайник, и сюда фотографии вставлять, да? $4. А вот мыло. Ох, как пахнет. А сколько же оно? 2 за 5,50. Вот всякие такие мыла. А это такая штучка, куда, наверное, насколько я знаю, это памперсы. Уже снял с ребеночкой, чтобы сразу не выносить мусорник. То это такой мусорник для памперсов. Это очки. Это такой массаж делать. Тоже. Это малюсенькие статуэточки всякие. Вот лыжи $15, вот такие. А детский велосипед, а ну сколько? $10. Не знаю, может быть, одно колесо мягкое. Может быть, оно и не в хорошем состоянии. Ну, надо смотреть это. Ой, какая классная коляса. Сейчас посмотрю. О, она уже поломана. Вот здесь нету ручки, но для двойняшек. Смотрите, как красивая. Но старенькая, конечно. Ну, пройдемся сюда. Вот детские. $4. Маленькие такие. Легкие. Эти $3. Кроссовочки такие.
цены нет. Нету цены. Ну, маленькие фила. Легкие такие, хорошие. Упс. Это кроссовки. Такие на мальчика. $5. Ну, еще погоняет, если взять, например. Эти Adidas $4. Уже, друзья, я отвезла свою Мирославу в клинику, потому что здесь она рядышком, и мне нужно еще ждать минут 30-40. То я вернулась сюда. Вот это все для праздника хэллоуинского. Так, идем еще здесь. Пройдемся, посмотрим, что есть. Ой, какие туфли. Вот новые, например. $10. Это с Walmart'а. Такие они. А здесь они $7. А в Walmart'е 10 были. Эти красивые туфлики. Я люблю вот такие носики. Но размер 6 маленький. Красивые. О, зайду на юбки. Покажу юбки, какие есть. Все висит, видите, размером. И 18, и 14, и 16. И так. Ты уже знаешь, какой тебе надо. Что-то возле юбок. Леггинсы. Юбки по $4. Одна, вот вижу, 6 есть. Это так я смотрю. А, вот джинсовые. Джинсовая длинная, 8 размер. $6. Такая. Вот такая. $6. Ой, эти красивые такие. Тоже 6 размер. Да, 6 маленький, но красивенькие такие. Вау, фирма Иванка Трамп, видите? Тут кроссовок слетел, поднимала. $7. Вот такие. Они, я думаю, фирменные, дорогие. Такие качества видно сразу, что хорошие. Так, вот еще юбки здесь. Оно. Вот эти новые все по $6, да. Вот это, смотрите, это покупают вот и цепляют возле дома. Посмотрите, какая страхота, прям это бы как отрубанная нога, видите, это кровь, кости. Ой-ой-ой, что я и взяла. Ой, в руку, быстрее бы подцепить. Ухожу. Вау, какие вот туфлички такие. Это 7 размер. Цены не вижу. $7 они такие. А здесь подушки. Вот себе такие я хочу, большие, на кровать. Только вот не такое качество. А хочу такое, чтобы катоновое было, чтобы не съезжать.
Так, здесь картины у нас. Здесь одежда. Полотенце даже продается. Все, все подряд. Вот это идут как бы леггинсы сразу и юбочка. Видите, оно пришито. Так, сколько оно стоит? $4. Вот такое. Я думала, они будут тяжелые, они легкие такие. Мокасинчики или кроссовки. Пишет 40-й размер, $7. Столько много обуви. Есть у нас очень много этих таких гудвиллов. И есть такие подороже, есть детские, где там только такая, вот даже бюстгальтер, видите, там продается одежда детская такая фирменная. И она там, ну, подороже, потому что туда завозят туда богатые люди. Они сдают одежду своих детей маленьких. И им зато дают там, и, там какие-то бонусы или деньги, или купон в какой-то магазин. Ну, что-то там есть. То там и подороже, потому что там очень чисто. Они ее утюжат, стирают, все такое. Ну, то там на маленьких таких детей, потому что уже взрослые дети, то оно не так сохраняется одежда, как на маленьких малютках. Вот эта кофта, она из Костка. И я ее новую в Костка покупала девчатам своим тоже по $5, а здесь 6, видите? И уже не новая она, а $6. То Костка мой любимый магазин. Вот так. А вот здесь это платья идут. Туники, платья. Тоже по $6. Вот такое теплое на зиму $6. Вот смотрите, какую штучку нашла я. Насколько я понимаю, то я думаю, что это сюда выбивать яйцо. И вот так через этот клювик будет вытекать белок, а желток останется. Но может быть, я не права, не знаю. Может быть, это вареное яйцо ставить. Но зачем клювик и как бы цыпленок? Ну, не знаю, но так как-то мне так показалось. И вот какая чашечка, это для любителей детей, например, кто любит M&M's, эти такие конфеты. Вот такая чашка. И а это вот такая заварка. Сюда насыпать чай, заваривать и вот так. Вот это красивенькое такое маленькое. Все красивенькое, но ничего не нужное. Если его собирать, вот это тоже красиво. Это, видимо, какой-то набор, может быть, был. Оп. И вот эти мисочки такие, они пластиковые.
Но я не знаю, для чего они. И это они идут вот таким размером, а эти уже поменьше. И $5 они. Не знаю, куда их и зачем их. Вот это понравилось, такое тоже неплохо, да, $5. Такое. Здесь всякие вот идут книжечки, вот наборчиком, и карандашики здесь есть, а это конверты, открытки. Вот отдел для собак и котиков. Это сюда воду наливать котика. Ну, не знаю, мне кажется, лучше на каждый день налить, чтобы свежая была. Это, ой, это эти сапожки для какого-то песика, видите? Вау. И расческа там есть. Это костюмы вот для собак, да? Это наша Ванда будет жирафой или динозавром. Да. Это еще хочу показать, сколько вот всяких колечек таких вот, браслетики по $4, вот такие всякие, вот такие сережки, вот тоже такое колечко, ну колечко раз. Всякие брелочки, всякие эти браслеты. Вот новый, он стоил $15. Ну, вот так сделаю. А здесь, ну, он и здесь новый, но по $4, да? Да, $4. Вот такие. Да, на любителя. Купила, друзья, я миксер тот за $7. И уже еду буду ехать по нашу Мирославу. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Все, едем уже домой. Сейчас еще гостиницы покажу с другой стороны. Это озеро, озеро Мичиган.
левой стороны начались гостиницы. Зимой тут так они не занятые, потому что, ну, кто зимой будет приезжать сюда? Но все равно работают, есть немножко. А летом, летом здесь все занято. Все номера, все гостиницы забитые. Очень много летом приезжают сюда. Нам и ехать не надо, оно у нас. Люди у нас, вот, еще пишут, что нету людей. Да, люди все на машинах. Не ходят так. Там в Нью-Йорке, да, где много людей, то там ходят люди много, а у нас нет. Ну, летом, конечно, больше машин, потому что много приезжает. А сейчас вот так всегда. А уже когда вечер, то вообще нету. Ну, перед Рождеством будет много, потому что будут все ездить, подарки покупать, все такое. Вот сюда в парк мы приезжаем летом. Я снимала видео, здесь мы были, рассказывала про этот парк, про этот пляж. Помните? Ой, куда же я поехала? Мне нужна костка. Не стала на ту полосу. Сейчас здесь повернем.